5 миллионов наборов выживания раздал гуманитарный штаб Рината Ахметова мирным жителям Донбасса. Очереди на пунктах выдачи не уменьшаются, а тем, кто не может самостоятельно прийти за помощью, волонтеры доставляют продуктовые наборы домой. Как выживают одинокие и нуждающиеся, расскажет Виктория Чистюхина. Я родилась в Донецке и прожила всю жизнь в Донецке. На этой фотографии Светлане Ивановне 24 года. Тогда она работала инженером на заводе. Сегодня ей 73. Женщина потеряла семью, муж и сын умерли. Кроме боли душевной, добавилась еще и физическая. От артрита страдает уже более 30 лет. Ей тяжело даже поднять руку. И руки болят, и локти. Вот. Видите, он накрученный вот это. Вот. И вот это не разгибается рука, вот тут болит, страшно болит. Боевые действия Светлана Ивановна вспоминает с ужасом. Говорит, сейчас хоть и тихо, но все равно оставаться одной в квартире жутко. Ой, страшно было. Поскочили, кто у коридор соседи там. Это. А я уже говорю, что Бог даст, я была в комнате. Пенсии в 1200 гривен Светлане Ивановне хватает только на лекарства, которые помогают хоть как-то держаться на ногах и не дают артриту окончательно поразить суставы. Почти все продукты в доме – гуманитарная помощь. Овсянка. Я люблю овсянку. Наборы выживания Светлане Ивановне адресно доставляют волонтеры штаба Рината Ахметова. Сколько миллиардеров, а один он помогает. Очень помогает, и спасибо ему большое. Вот. Дай Бог ему здоровья. Помощь продуктами – самое масштабное направление работы гуманитарного штаба. Ее уже больше года получают нуждающиеся мирные жители в Донецкой и Луганской областях. Это те самые люди, кому некуда ехать и не за что ехать. Эти люди остались один на один с бедой и один на один с войной. И вот этим людям нужно помогать. На сегодня в городах и селах Донбасса штаб Рината Ахметова выдал 5 миллионов наборов выживания. Ринат Ахметов, открывая гуманитарный штаб, хотел помочь максимальному количеству жителей, мирных жителей Донбасса. Что такое 5 миллионов наборов? Это бессонные ночи, это ежедневная, ежечасная работа, 441 день работы, это 114 автоколонн, это более полутысячи волонтеров, которые ежедневно и ежечасно работают на наших пунктах выдачи. Это работа целой команды небезразличных человеческому горю людей. Накануне холодов гуманитарный штаб обновил состав продуктового набора. Теперь в нем более калорийные продукты. Зимний набор уже получают в Макеевке, Иловайске и Торезе. Новые наборы поэтапно поступят на все стационарные пункты выдачи в течение месяца. Гуманитарную помощь Рината Ахметова ждут миллионы мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Виктория Чистюхина, Данила Кирев, Владимир Конопля. События, канал «Украина».